И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димочек и подписчик Хамелеон, и сегодня мы играем в Майнкрафт Билл Баттл. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Так, Димончик, ты говорил, что первую построечку мы будем делать рыбу. Рыбу на любую тематику. Карась, щука, пеленгас, там, какие еще рыбы знаю. О, еще же есть этот, как это рыба, которая мясо жрет? Пиранья. Короче, на любую тематику строим рыбешку, да? Да. Ну все, начинаем. Миллиона. Можно такой скин прикольный. Будет крабика построить, крабика. Да, ладно, поменяли, крабик. Строим крабиков, да? Краб, получается, у него клешни есть, лапы тоненькие. Он круглый. Хотя крабы я видел разные есть. Ну давайте будем универсальным цветом строить. Круглый. Чё ты смеешься? Чё? Да не знаю, что ты. У него клешни есть. Да-да-да. Я просто рассказываю зрителям, что я буду строить, а то же будет непонятно. Так, лапы есть. Подожди, у него... Ладно, будем строить как умеем, профессионально. Так. А есть крабы без клешней? Во время их жизненного цикла бывает, клешни они лишаются и живут без клешней. Ну, без одного точно, без двух не знаю, потому что клешни это главное, получается, как бы главный инструмент добычи их пищи. Вот так вот. Вообще у нас зоология получается целая. Так. Голова. А, подожди, клешни делаем. Давайте тело побольше сделаем, оно круглое будет. С таких больших кубиков жесть строить. Хвост есть, хвост, помню, есть. Нет, у крабов нет хвоста, у рака есть хвост, у крабов нет, то я сейчас тут настрою. Да-да-да, я вспомнил. Да? Блин, у меня голова как-то у всех животных получается всегда одинаковая. Так смешно. Так. Ребята, если вы кушаете, пьете, приятного аппетита. Да. Так, теперь строим ему клешни. Клешни, а он клешни. Должен быть в воде? Не. Хоть в говне, лишь бы... Нет. Лишь бы скорее. В говне тоже нормально. Блин, я не знаю, как клешню построить. Да пусть будет такая клешня. Блин, такое корявое говно у меня получается, не знаю. Димон, что ты загадал мне этого краба? Еще бы хэд краба. О, кстати, мы же можем потом хэд краба будем как-то построить, поиграем. Уже в этой серии, в следующей, как получится. Хэд крабика построить. Классно. Ну. Когда ты заказываешь, что строить, ты понимаешь, что сейчас построю. Когда начинаешь строить, думаешь, блин, что-то я не улавливаю, да. Чего-то. Все, я построил краба. Ну, я тоже нет. Построил. Блин, у меня... Не знаю... Блин, у меня не получается, краб, я не знаю, чего. Все, я готов, я не буду париться, я не могу лучше построить. Я могу другие постройки, краба я не могу построить. Блин, мне что-то стыдно, смотри на ваши. Давайте, чтобы было смешно, ход носом добавлю. Давай. Все, давайте хамелеона первого посмотрим. Блин, хамелеон, ты классно построил, не спорю. Да, смотри, для краба пойдет. О, крабика. Блин, смотрите, хамелеон, ты нуб вообще в Майнкрафт или нет? Нет. Ну, по постройкам ты нуб. Давайте теперь мой посмотрим. Только не смейтесь. Он у меня как бы идет. Я специально неровно построил, хотя сейчас... А почему он построил? Ну, у него круглый панцирь. Как я могу круглый панцирь сделать такими большими квадратами? Не ржите. Ну, нормально получился. Ну, жопу можно ему еще вот так добавить. Димас, а почему он серый? Это специальная порода, египетский скорпион. Димас, а почему у него задние ноги, как у собаки, и хвост? Это специальная порода. А хвост обрезан, вообще он идет длинный. Когда только рождается, длинный идет хвост. Потом его обрезают. Хватает вот здесь вот такого. Димас, это, короче, полусобака, получерепаха, полукот и полу какой-то суслик. Да, да. Так, милоничай, пошли двое посмотрим. Ох-ох-ох-ох. Неплохо, Димончик. С какой стороны вперед? Не, ладно, я понял, где вперед. Вот это не нуб строил, видишь? Миллион, как не нубы строил. Ага, вижу. А у твоего краба голова вообще черная, как будто он негр. Угу. А он загорел. Загорел? Ну, честно, да. Давайте, чтобы все по-честному, у хамелеона самый лучший краб получился. Ура! Это краб. Лучший скорпион. Мне скорпион хочется сказать, и все. Так, ну что, давайте это удаляем. Какая следующая постройка будет у нас?
Давай ты загадывай. Ну, я загадываю. Давайте слона построим. Слон. Слон. С хоботом. А я представляю, что я сейчас построю. С хоботом. Ага. Здоровенных 4 лап. Давайте побольше слона в этот раз лупанем. Думаю, маленького слона. Давайте большущего слонища будем строить. Ну как большого? Чтобы было понятно, что это слон. Так, так, так. И как слона построить? Его большого сильно строю. Рокова. А слоны разные. У меня будет порода специально, типа как египетский скорпион, только у меня будет... Не знаю. Какой-то слона придумаю сейчас ему породу. Ну, порода придумается, когда уже он построен. Сейчас не могу придумать. Да? А, еще уши большие, я вспомнил. Ну-ну-ну, и хобот. О, так у меня будет хороший слон. Знаете, у меня на что сейчас слон похож? На стол. На стол. Стол, да, мы со стола делаем слона. О, смотрите, как складно получается. Так, получается, тело квадратное. Не квадратное, а полу. Квадратное. Полуовальное. Так, так, так. Так, голова. Сейчас я слона себе представлю. Голова большая. Да? Не? Блин, ну чё у меня голова всегда получается одинаковая на всех постройках? Так, давайте мы здесь сделаем. Вы уши строите большие или нет? Я ещё до ушей даже не дошёл. Да. У меня ухо больше одного другого получилось. У меня какой-то олень получается. Олень? Ой, блин, у меня настроение классное начинает. Я когда играю в мегапостройки... В мегапостройки. Билдбаттл, когда играю, у меня начинает настроение подниматься. Фу, блин, настроение такое классное. Таких слонов. Не, животных самое интересное строить. Ребята, напишите в комментариях. Вообще, какие постройки можно на следующей серии нам построить? Напишите в комменте, как пишите. Мы все будем строить. Кроме писек. Хотя, тоже возможность такая есть. Жить, а хвост у него низ, ниже тела или выше тела? Если это ниже, то как... Нет, выше. Так, да? Подожди, хвостик маленький, да, у него? Как у поросенка. Верно. Наверное, как у поросенка. Живот ему сделал. Ой, блин, это классно так. У меня в белых тапочках будет. Почему в тапочках? Белых тапочках. Подожди, или у него наоборот черное? Давай, да, так, да. Бля, так на копыта получается. Похоже. Не, у него нет, у него Димас вместе с телом это все получается. У меня определенные, у меня ж непростой слон. Все, я слона построил, я готовый. Я еще я нет. Еще нет. Ладно, давайте мы тогда моему уши больше сделаем. Не, у слона большие уши. Я видел, кстати, мультик там, где у слона были очень большие уши. Мультик. Че, ребята, смотрите, напишите в комментариях, да, похоже на слона же? Прикольно же. Класс. Так. О, чтобы более украсить его. Можно будет потом вообще в каких-то там сериях уже персонажей из мультиков строить или такое что-то там. Прикольно. Все, я готов, я на середине. Все. Бивни! Димон, стой, я бивни забыл построить. Я увидел у тебя, я подсмотрел, не спорю. Но я их забыл построить, так нельзя же их пропускать. Да? Конечно. Ну, не пропускай, не пропускай. Ну все, я построил. Давай. Давайте теперь мою самую первую, чтобы сразу на ржаку. Вот чебурашка, что ли? Это слон! Это не чебурашка, это слон! Что ты... Ребята, ну похоже же на слона. Уши большие, копыта, хвост загнутый крючком. А жирок провисает, Димас, у него жирок провисает. Он жирный! Слоны большие, но этот жир... Этот много кушает.
Ну чё вы смеете? Ну реально, мне самому смешно. Ну он классный. Ну ладно, еще нос можно. Я хобот забыл, мы все хобот забыли, ё-моё. Кто хобот забыл? Я забыл хобот. Вот, смотрите. О, отлично. А чё он кривой? А он ветер дует, его загибает. Он шевелится, он же гибкий, он же не твердый у него, как у некоторых. А что, Дима, у него уши на соплях висят? Нормально, каких соплях? На коже. Они такие должны расти. Да, что ты ржешь? Давай твой полетели посмотрим. Из одной палочки. Блин, у тебя классно слон построенный, хотя непонятно, похоже на слона или нет. Это мамонт. А хвост такой длинный, как у собаки висит. У него же маленькая писюсечка там такая, манипусенькая. Ай, блин, ну прикольно, чё. А глаза где? Пошлите мою. А чё у него дырки в ушах? Это пирсинг у него, да? Да. Это он туннели носит. Слон с туннелями. Это прикольно. Нынче слоны модные. Ага. А чё он пустой внутри у тебя? Он очень голодный, да? Лол. Он на диете у тебя жесткой притом. Блин, прикольно. Ну давай, давайте хамелеона посмотрим. Ну, прикольно, слон. Мне кажется, я что-то в этой серии. Это что, мышь, что ли? Это мышь. О, это что, он сёрбает воду? Да нет, это слон пьёт из водоёма. Это мышь какая-то, серая мышь. Ой, блин. Это мышь-мутант. Не, чем-то похоже на слона. Чем-то и не похоже. Что у него опять провисает какую-то жиробасина какая-то. Он жира. Димон, это же не надо, слоны жирные кабаны. Он воды попил, да. И жирел. Да-да-да-да-да. Блин, я даже не знаю, кому отдать победу. Но мне кажется, вот тут у Димона больше всего похоже на слона. После моего. Ладно, мама, после, после моего. Я даже не знаю. Тут уже мои подписчики и случайные зрители оценят, у кого же лучше слон. Напишите в комментиках. У Димона, у Димаса или у хамелеона. Давайте еще раз хамелеона посмотрим. А я удаляю свой счет. Не, что издалека так похоже на слона как-то. Сдалека, сдалека, сдалека. Сдалекого далека. Ладно, давайте удаляем наши построечки. Он, Димас, сзади похож на мышь, реально. Да? Да. Похож, не спорю. А у тебя на оленя похож с рогами. Олень. Какой олень? Учим хамелеона нуба строить постройки. Да, нуба строит, да. Постройки. Гениально. Не, ну такой нубик, конечно, видно. Даже у тебя, знаешь, почему я тебе говорю нубик? Ты видел свой скин? Нажми F5, посмотри. Я Стив. Ну F5 нажми и посмотри. Ну, у меня Стив. Какой Стив? Ты невидим у меня. Какой-то... У тебя голова и руки, и живот, поэтому я говорю нубик. У него на голове, Димас, голова Стива. Смотри, смотри, не двигайся, не двигайся. Смотри, а что это за баг? Ты потом на записи, Камильон, посмотри, поугараешь. Не знаю, необычный Стив. Все, ребята, давайте курицу строим. Только не подсматривать. Так, Димас, что ты будешь строить? Я буду петушка строить. Строим лапа, а на лапе три... Подожди, по три пальца, да, у курицы? Я вспомнил. Да. Угу. Ой, курица, наверное, большая у меня получится, раз такое дело. Так, курица идет. Курица идет. Куда? Я не знаю, куда-то она идет. Не, она у меня стоять будет. Будет ко-ко-ко-ко-ко-ко делать, да. Курица. Потом у курицы идут, так, лапы идут. Идет тело. Не, курица куда? Тах-тах-тах, куда? Да, тах-тах-тах, да. Не, пусть будет у меня белого снега, снеговая. Снеговая не будет. Пусть будет вот такая. Которая растает. Так, у курицы есть грудинка, потому что я очень люблю. Блин, я не знаю, как курицы построить. Реально, а мне не получается. У меня какая-то ненормальная какая-то хрень получается. А давайте подсмотрим на секунду. Так, а что у тебя курица? У нее шлапы не шерстяные, сначала идут просто тонкие лапы к телу, а у тебя сразу уже... Блин, ребята, классное настроение, когда строишь курей. Я не знаю, как ее построить, реально. Ребята, представляешь, что подписчики напишут в следующей серии построить? Это будет что-то, наверное, что-то с чем-то. Я не знаю, как ее построить, реально. Она вообще нереальная, построить ее. Не, реально, реально. Фантазию приложи немножко, тут фантазию надо. Так, так, так. Так, вот, ну так, ладно, вот. Как получится.
Так, жопень есть? Строим, строим, все будет по красоте, надеюсь. Иммиграция курицы у меня лучше всех должна сейчас получиться. Хотя, когда дойду до головы, она у меня будет опять так, как у всех. Так. Блин, а что с курицей? А что такое, Дима, не получается, да? Да. Ты сейчас понял, что курицу смешно будет строить? Да как ее построить? Я скажу, ты краба хорошо и слона построил, довольно-таки неплохо, по сравнению с теми сериями. Ну, мне кажется, в тех сериях ты специально гонишь, чтобы смешно было. Когда ты хочешь, ты хорошо можешь построить. Придуривайся. Профессиональный придуриватель. Профессиональный. Да, какой еще? Да. Подожди, курица идет тело? Есть хвост? Да, есть. Нет. Ну как, она просто жопа такая удлиненная идет. Ты что, никогда жопы куричи не ел или что? Видел. Подожди, у курицы идет потом немножко шея идет небольшая и голова, клювик. А у нее руки есть? А нет. Да, руки есть. Руки, ноги есть. Бля, клювик с какого теста? Вот нормально. Тесто. Ребята, смотрите, это, наверное, самая реалистичная курица, которую я мог бы построить. Я лучше не смог бы, честно скажу. Что ты смеешься? Она похожа на курицу, но утку похожа. У тебя утка какая-то. Ну утка курица, ну похожа. Мы же делаем, чтобы было похоже, а не поржать. Сам свинит, я говорю. Так, достраивай, достраивай. Ой, у меня что-то пропорции не сохранены, оказывается-то. Давайте я построю. Я не знаю, как больше строить. Нет. Так, все, я тоже готов. Покемон. Все, я на середину. Все, давай. Давайте хамелеона посмотреть. Будем первого смотреть. О, пацаны, знаете, какую курицу сейчас посмотрите? Эта курица будет самая быстрая в мире. Сейчас ты ее поставишь, как Ярик тогда пингвина, я понял. Смотри, Димон, давай посмотрим его курочку-то. Курочку-рябу. Во. Голова большая, да, сильно у курицы, мне кажется, она немножко не такая. Знаешь, больше завлекайся голову брать, то на пингвина похоже больше, а не на курицу. Не, ну лапы похожи, все похоже. Что-то. Жопа черная, да, не хватает. Понимаешь, как жопа строится? Жопа не так строится. Нет. Просто. Тут вот. Дырка, да. Просто дырка. Залетел. О, так можно было этот курочка и еще этот яичко снесла, оно, ты понял? Да, яичко. Квадратное. Смотри. Во. Все, мы тебе яйцо построили. Все. Так, давай теперь Димона построим. Ой, посмотрим. А что у него слабо? Знаешь, какие-то лапы мутанта строишь. Не в мир. Кстати, Димон, если не смеяться, есть такой сорт курицы, когда лапы тоже в шерсти и в перьях. Не в шерсти, в перьях идут. Ну вот, а у меня такой сорт. Почему какой-то нос странный? Это получается, у тебя какая-то индийская курица. Не знаю, какой-то сорт. Это у тебя гигант какой-то. Как это она сбоку посмотри, хамелеон. Посмотри на нее сбоку. Главное, хвост так вверх задёртый, знаешь, еще никогда что-то виняло, типа, дайте косточку. Да, это прикол, мне нравится. Хорошая курица, хорошо. Давайте мы посмотрим теперь курочку. Это утка. Ну утка, но она похожа на курицу. Ну похоже же, похоже. У нее тоже жопень есть, да? Ну делай жопень, давай. А, она ж дышит, еще вот так вот можно, типа она дышит. Клювиком дырочки на клюве. Даже. Ой. Дима, смотри, что из нее из задницы валится. Кто? Смотри. Дерьмище, что ли? Ну зачем? Она не красным какает, они такими. А как они? Они такими черненькими какашечками. Как эти, не помню. Горошинками. Да, человек живет в квартире, сейчас расскажет, чем куры какают. Во. Не, вот такое. Да, прикольно. Давайте еще раз пролетим, посмотрим. Так, это у нас хамелеона курочка. Это же нас будут ребята оценивать, не мы будем оценивать. Ребят, мы можем свою дать оценку, но подписчики, в принципе,
Такие или трое людей посмотрит, да, или там несколько тысяч, десятков. Димона курица. Ну и моя у курица. У нее, кстати, перья есть. Видишь, у нее крылья есть у моей курицы. Угу. Вот пёрдышки. Пёрдышки. Опять у тебя нос какой-то курносый. Постоянно у тебя все курносые. Почему? Я не знаю. О, знаешь, как еще можно делать? Вот так вот. Вот так вот. И здесь ноздри сделать. У тебя четко. Это какой-то монстр какой-то. И, друзья, ну что ж, если вам эта серия подняла настроение, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока.